Они разве не там? Я думал, что перебрались родители ваши-то, нет? Нет, мои жены родители, они тренируют сборную по спортивной гимнастике. Все последние успехи, связанные с успехами в Лондоне, 8 медалей, это один у нас главный тренер, а другая у нас гостренер. То есть бабушка с дедушкой, им, с их опытом сегодня, вот они там пропадают с утра до вечера. Нет, папа мой здесь живет, на грузинке. Да? И не уезжал? Да. Я читал, что они переехали тогда. Нет. Мои Ладина родители, они работали в Австралии, потом в Канаде, тренировали команды, в общем, спортивной гимнастики. И потом их уговорили Лариса Латынина вместе с президентом в то время Титовым вернуться обратно в Россию. И они, в общем, вернулись. Хотя мне на меня тоже сразу наезд. Вот родственников своих пристроил. Я говорю, блин, нафиг мне эта ответственность, еще теща рядом тут. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».